Всем привет! Сейчас мы на трамвае Ностальжи доедем до музея Марка Анталии. А вот и сам Ностальжи. А, да, меня тут поправляют. Не музей, музей не Марка Анталии, а музей просто Анталии. Ну а вот трамвай Ностальжи. А, не надо впереди заходить. Да, Витя, заходи вперед. Вперед заходи. Вот так. Закатываем коляску. Трамвай Ностальжи. Куда туда? Итак, мы едем на трамвае Ностальжи. Впервые вот так вот выглядят вагоны. Проезжаем торговые улицы, едем пока по Ишиклану. Вот он чихает. Парк, ведущий к морю. Здесь улица ответвляется на Калиниче. Ну а мы повернули. Не помню, честно говоря, название. А здесь проезжаем Калиниче. Трамвай едет медленно. Такой прогулочный трамвайчик, скажем. Движение медленное, спокойное. Никуда не торопимся. В принципе, здесь народ вообще никуда не торопится. Море, жара, зелень, фрукты, овощи. Торопиться не будет. Ну, в принципе, да. Ну, нет, бывало. Бывало, что опаздывали, но редко. В принципе, в большинстве случаев, да, все наши встречи с кем были назначены из местного населения с турками. В большинстве случаев встречались вовремя. Следующая остановка. Также все Калиниче идут, стена Калиниче. А здесь следующая остановка. Народ бежит, торопится. Поехали дальше. Проезжаем ворота Адриана в Калиниче. Здесь постоянно все прошло. Thank you.
В земле сделаны бункеры и снаружи люки. Люк открываешь и бросаешь туда. Люк открывается педаль. Ногой давите на педаль, люк открывается и будет бросать. Новая остановка. Вот проезжает встречный трамвай Ностальжи. Вот там лошадки. Да. Вот еще лошадка стоит. Тут целая вереница лошадок. А вот здесь мы проезжаем кошачий городок. Огромное количество кошачьих домиков стоит. И вот такие высокие крепости. 10 метров с этим. Завтра 6. Тут раскопки идут археологические. Море Средиземное. Парк сделан. Кирюша, Кирюша, помаши. Ай, Кирюш, хороший мальчик. Вот такая площадь большая.
возьмем стоянку, парковку, чтобы поставить. Да, мы скоро, видимо, будем выходить. Так, вот мы приехали на таком синеньком голубом трамвае Ностальжи и вышли из музея Анталии. Мараба. Мараба. Сейчас движемся к большому торговому центру Мигрос 5М. Ну или вернее Мигрос 5М. Так говорят местные. Надо идти за отелем. Он же за отелями. Скорее всего, за Фазели сразу проходили. Но надо спросить вообще. Открывается набережная Камельты и горы. Красота. Красота такая живописная. Картины Левитана отдыхаю в сравнении с этим. А вот за забором находится музей Анталии. Приближаемся к отелю Фалес или Фалес. Как правильно ударение, не знаю. Кто знает, поправьте, напишите в комментариях. Буду рад. Музей Анталии. Кактус лаунж кафе. Море. Сегодня, кстати, жарко на улице. Ну, для местных-то нет, конечно же. Всего лишь 30, плюс 32. Для местных это нормальная температура. Но нам жарко. Где ты мой? Отель. Зелень. Вон кошаки отдыхают. Вот они какие. Киска, 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 киска. Идем дальше.
проходим отель Оскар Макфалис. Вот кормушка для кошек. Кормушка и поилка. Такие вот пальмы. Сидят девушки, отдыхают на камнях. Вот кошечка какая. Сейчас мы к ней подойдем. Ай, какая крыса. Вот еще одна киска. Кс-кс-кс. Ну вот, и тут их много на каждом шагу. Тут их много кошек. Снова кошки отдыхают. Тенечки. Вот еще одна ходит. А это у нас выход к лифту. Сделали с мая, запустили вот этот муниципальный общественный лифт. Начали его строить в декабре прошлого года, и в мае он уже заработал, в начале мая. Общественный муниципальный лифт. Это сделали не отели, а именно город. Для своих граждан. Не то, что для граждан, а для всех, кто находится здесь, могут пользоваться этим лифтом бесплатно. Спускаться к морю на пляж Каньялты. Это отель Rixos Downtown. Честно говоря, он уже пошарпан очень сильно. Снаружи и внутри требует ремонта. Вот так он выглядит. Ну а здесь у нас морюшко. Средиземная. Лавочки стоят. Посидеть, отдохнуть, полюбоваться морем, порелаксировать, подумать о чем-то, о своем. А там у нас живописные горы. Как хорошо в кронах деревьев. Прохлада. Живительная прохлада в столь жаркий день. Велосипедисты. Кругом оборудованы велодорожки. Идем дальше. Вот такая красота тут в этом парке. Живое озеро. Здесь плавают рыбки. И даже черепахи тут есть. Лягушки. Вот такой водопадик. Идем дальше. Вот такой вот мостик. У этой ручки. С водопадиком. Вот так вот. О, рыба какая плавает. Посмотрите. Вон она плывет. Большая рыбина. И здесь у нас уходит туда. Море. Бананы растут. Банановые пальмы. Вот такое дерево. Красота. Я, конечно, слишком часто повторяю слово «красота», уже сам это на себя
часто ловлю на этой мысли, что она у меня превратилась в слово паразит. Все, красота да красота. Но здесь действительно настолько прекрасно, что сложно сдерживать себя. Послушайте, как птицы поют. Теперь я понимаю, почему турки очень часто используют в своей речи словосочетание «чок-гузель». «Гузель» и «чок-гузель». «Гузель» красиво, вкусно, смотря о чем вы говорите. «Чок-гузель» очень красиво, очень вкусно. То есть у них это очень часто проскакивает в их речи. «Гузель» и «чок-гузель». Действительно, живя здесь, ты начинаешь постоянно восхищаться этим. Вот спортивный парк, спортивные тренажеры стоят. Пожалуйста, занимайся бесплатно, приходи сюда. Детские горочки, качельки. Вот так вот все оборудовано. Все для людей. Все бесплатно, все для людей делается. А здесь кафе. Ну и мы тут, видимо, немножко заплутались. Сейчас посмотрим, правильно ли мы идем. Итак, мы движемся в правильном направлении. Нам сказали, что все верно. Вот такой вот красивый этот парк. Выходим на аллею. Все в зелени кругом. Опять спортивные тренажеры стоят. Стоянка для машин. Впереди видим фонтан. Какие запахи приятные. Чем так вкусно пахнет? Прямо ароматы кругом. Деревья подрезаны. Рома. Доходим к пирамиде, а перед ней фонтанчик небольшой. Так, а вот колесо обозрения виднеется. Там парк. И вот где-то здесь, получается, должен быть Мегрос 5М. Так, а это у нас что такое? Здесь какое-то здание муниципальное. Анталия культур маркет. Маркез. Анталия культур маркези. Вот что это такое. Вот такой вот тут фонтанчик с различными скульптурами. Цветочки. Такие вот скульптуры подсвечиваются. Красиво сделано. Женщина, мужчина. Обратите опять же внимание, вот, допустим, полуобнаженная женщина. Это говорит о том, что в Турции нет ортодоксальных взглядов исламизма. Как, допустим, в Уае, в Дубае. Там такие бы скульптуры не стояли на улицах. Вот красиво оформленная аллея. Заезд двухполосный. Такие вот деревья роскошные. Очень красиво все сделано.
Лепота. Ну а мы выходим на улицу и руками стадиона. Футбольный, где проходит матч.